4 часа назад обновлена 3 часа назад. Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал слова Василия Уткина о футболисте: «Васю мне, если честно, жалко, он жалкий человек. Я много про него могу сказать, но каждый раз не хочу просто. Он, наверное, удовольствие от этого получит, пусть выздоравливает, пожелаю ему поскорее выздороветь и все», — сказал Дзюба в интервью видеоблогу. Здесь можно зарядить на Дзюбу или на его голы. Уткин в телеграм-канале невысоко оценил умственные способности Артема и вспомнил истории с пропажей денег у Владимира Быстрова. Дзюба принадлежит «Зениту», но зимой ушел в аренду «Арсенал». В трех матчах чемпионата России 2017-18 он забил 3 мяча. Самый спортивный